В преддверии Нового года полки магазинов с каждым днем пустеют. Найти нужные продукты, не объезжая несколько точек, довольно сложно. Компания «Стик» решила устроить подарок Благовещенцам. На Мухина 10 открылся дискаунтер. Здесь можно закупить сразу все к новогоднему столу. Удобное расположение и удобный график работы ежедневно с 9 утра до 11 вечера. Еще за полчаса до открытия дискаунтера «Стик» на Мухина 10 начали собираться первые покупатели. Осведомлен, значит вооружен не только продуктами, но и новогодними подарками. Для первых 50 человек стали приятным сюрпризом тортик, игрушка, футболка или, например, шоколадные лакомства. Я купила мандарин, купила и масло сливочное по 70 рублей. Я купила сливочное и получила вот еще подарок. Вот получила. Приятно, очень приятно. Еще сюда сейчас за кроликом приду. Просторный магазин площадью около 1000 квадратных метров. Продукция удобно рассортирована, отмечают покупатели. Интерьер продуман так, что продавцу-консультанту возле каждой полки стоять не обязательно. Человек может сам все разглядеть, прочитать и потрогать. Это, а еще широкий ассортимент и низкие цены – три кита успешной работы дискаунтера, уверены специалисты. Как работнику торговли Раисе Владимировне об этом известно. Она обращает на это внимание в первую очередь, как капризный покупатель. Так она сама себя называет. Рядышком живу в 14-м доме, а пойти в магазин я даже не могу выбрать. В нашем районе хороший магазин. И мне это удобно. Есть вот здесь парикмахерская, цветы, Калина здесь вот открылась. То есть это удобно. С одного отдела можно зайти в другое, в третий. То есть зашел в одно помещение, и ты много можешь и покупок сделать, и свои дела порешать. Есть буквально все, как для любителей импортной еды, так и амурской. Молочные продукты, охлажденка, выпечка, овощи, фрукты. Среди экзотических, кстати, ананасовые яблоки, карамбола, маракуйя и авокадо. Молоко на 33,40 дешевле, конечно. Уже маленько, там 30, чем бывает. Очень даже нравится. И молоко сейчас стоит, посмотрел. Ага, виноводочное, это обязательно. Ну, овощи, конечно, нужны всегда. Цены в нашем магазине невысокие. Они рассчитаны на любой семейный бюджет. При широком ассортименте вы можете приобрести все к новогоднему столу и на каждый день. У нас стартует акция за покупку, начиная от 100 рублей и так далее, по возрастающей. Также представлено очень много товара со снижением цены. Открытия для покупателей на этом не заканчиваются. Не только запастись продуктами по доступным ценам, но и получить при этом сюрприз в рамках акции можно будет вплоть до Рождества с 27 декабря по 7 января. Таким образом и праздничный стол накрыт, и подарок под елкой заготовлен.